Приветствую всех зрителей, с вами Мерлден. И сегодня мы будем проходить такую игру. Я даже не знаю, как ее обозвать. Это симулятор смерти бабушки. Это как-то вообще ужасно. Кто додумался сделать это? Ну, разработчики бельгийцы, и эти разработчики сделали такую тоже немного ненормальную игру, как The Puff. Это страшная история про красных шапочек. Ну что ж, весь смысл игры — дойти от ворот кладбища до вот вон той вот той лавочки. И мы идем, и нас окружают могилы. Это могилы наших близких, нашего там мужа, наших детей. Это игра затрагивает проблему одиночества стариков, когда они все старенькие, и у них даже дети умерли. Ну не знаю, может, эта игра даже повествует о том, что плохо быть долгожителем, потому что тебе придется ухаживать за могилами собственных детей. Ну, в принципе, это верно. И мы идем, у нас никого не осталось на этом свете, и нас окружают могилы. Ну, эта игра еще затрагивает такой смысл: чем дольше ты живешь, тем больше тебя окружают могилы. Тем больше могил тебя окружают. Что ж. Мы уже близки к лавочке, и самая сложная задача в этой игре — это посадить бабулю на лавочку. Это очень сложно, это невероятно, нужна концентрация, чтобы ее посадить. На эту чертову лавочку. Только что выкрашенную. Лавочка стоит, похоже, у церкви. И везде тут... Везде могилы. Давай, бабулька, ты сможешь дойти, давай. Итак, нам нужно теперь правильно повернуть бабульку. И сделать так, чтобы она села на эту лавочку. Давай. Ты сможешь, давай, садись. Давай, ты можешь. Давай. О, все, бабулька села, и надо теперь только ждать. А ждать нам нужно смерти бабушки, ведь бабушка умирает здесь совершенно рандомно. Она вот сейчас может умереть, а может умереть через 10 минут. Это печально, не знаешь, когда умрет бабушка. И начинает играть... Или песня. Я не знаю, похоже, это на немецком поют. Да, что тут про Германию написано. Что-то я совсем не понимаю, что там поют. И все как-то печально. И вот, все. Конец. Простой человек, который пойдет по кладбищу, может подумать, что бабушка уснула. На самом деле, это не так. Бабушка умерла. Я не знаю даже, это хороший или плохой конец. Ведь бабушка получила долгожданный покой. Она теперь не в одиночестве. Ну, как-то все это все равно печально, бабушка умерла. Все страшно, страшно все это. Ну что ж, мы прошли этот симулятор смерти бабушки. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заботьтесь о своих старших родственниках. Всем счастья и добра, до свидания.